Как работал комсомол, какие идеи были у молодежи тогда и какие сегодня тревожат? Обсуждали это представители комсомольских организаций в Щелковском историко-краеведческом музее. Вот создание союзов молодежи, революционных союзов молодежи, а впоследствии комсомола, как раз и, по-моему, и сумело эту энергию направить, потому что у комсомола за плечами мощнейшая история, славная история, отмеченная государственными наградами, начиная от гражданской войны и кончая освоением целины, космосом и так далее, и так далее, и так далее. Встреча прошла в преддверии празднования столетия комсомола, и в этой связи те, кто когда-то активно руководили комсомольскими организациями в нашем районе, проявили интерес к работе молодежных движений, которые сегодня работают в округе. Для молодежи, мне кажется, это одно из самых главных сейчас вот этой проблемы, что, ну, не зная, чем себя занять, а когда ты делаешь дело, которое тебе нравится, и ты действительно получаешь внутреннее удовлетворение, да, какую-то вот поддержку со стороны, что ты действительно делаешь правильное дело. Мне кажется, это одно из самых главных. Отметили в ходе беседы, что молодежь вступает в ряды таких организаций, как «Волонтеры Победы», «Юнармия». В свою очередь, ветераны комсомола выразили желание побывать на церемонии вступления в ряды юноармейцев и в целом активно помогать направлять молодежный актив. Лилия Тимиева, Валерий Жиглей, Щелковское телевидение.